Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас сегодня Kia Optima. Автомобиль приехал на полную шумоизоляцию. Салон мы уже разобрали. Краткий обзор. По куску приклеили на арки. Этого недостаточно. Это самые шумные места в автомобиле. Также частично проклеили вибропластом пол в багажнике. Смотрим, что у нас по дверям. Двери такие вот, два куска вибро пролили, все равно очень звонкие двери. Пол в салоне более-менее вибро завибрили. Крыша голая. Сейчас подготовим поверхность и приступаем клеить первый слой. Заканчиваем клеить крышу на автомобиле Kia Optima, ведь первый слой проклеили вибропластом. Все тщательно прокатали валиком и приступили клеить слой шумопоглотителя. Сейчас доклеим, соберем потолок и приступим клеить пол с багажником. Также уже прокатали двери. Задняя дверь. Уже более глухой звук у нас. И передняя дверь. То же самое все. Тщательно прокатали валиком. Приступаем. Клей второй слой. Закончили клеить первый слой вибропласт на автомобиле Kia Optima. Проклеен у нас багажник, арки, крылья. Дальше проклеили вторым слоем двери. Ну и такой сплошной ковер получился у нас на полу. Приступаем клеить второй слой. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Kia Optima. Показываю у нас, что получилось. Пол в багажнике, арки, крылья проклеены. Ну и также закончили клеить пол в салоне. Такой у нас ковер получился. Приступаем собирать. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции на автомобиле Kia Optima. Весь пластик, все детали салона стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки, сборки салона мы не оставляем. Все стоит по-заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!